Отследите резонанс гранат. Первый, вот, вот от генератора прямоугольников сигнал. Друг, вот, на первый слой. Второй слой гранаты нигде не подключены. Стилографа плюсовой конец обмотан от гранат. Вот это. Наконец, потому что тут начало, если подсоединять генератор к этому концу, тогда нужно осциллограф, этот плюсовой конец, вставлять в трубу. Вот. Буду теперь крутить частоты. Очень низкие частоты. Хорошо. Что-то делать. Это гармоники. Какой на гармонике. Тут ничего нет, нет, нет. Опа. Вот. Смотрим. Где-то 1,6 мегагерц. Круче. Ничего нет. Только вот на этой частоте 1,5-1,6 где-то так мегагерц. В общем, 1,5 это клетки, настроена одна клетка, 1 микросекунда. Так что если может я ошибся, то это может точнее сказать. Может там какие 1,4 мегагерц, 1,7. Где-то в этих пределах. Генератор 12 питается. Только сигнал. Тут минус сегодня уже не подключен. Стабилизатор напряжения 12 вольт, потому что там генератор на стабилизацию, на от напряжения на частота зависит. Там ему нужен обязательно стабилизатор напряжения. Вот тут сказать.
той же самой частоте искривляется сигнал. Можно генератор подключить. Длина граната 37.5 метров. Нет. С половиной квадратных миллиметров провода. Это тоже то или нет. Но по частоте приподнимается амплитуда на 1.6 мм. Один и пять, один и шесть. Примерно 1.5 клеткой. Ой, то есть в одну клетку влазит 2 пика и еще половина. Ну то есть 1 волна с половиной. 1.5 волны влазит в клетку.